Я не мог заснуть. Дела шли паршиво и грозили стать еще хуже. Рано или поздно правда всплывет. И тогда на нас ополчатся не только Винчи и китайцы, но и Фальконе. Не так я себе все представлял, когда мы начинали. Мне грезились деньги, машины, женщины, уважение, свобода. Я все это даже получил, более или менее. Но вместе с тем пришли тюрьма, постоянный страх и кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог, но шансов становилось все меньше. Теперь это был только вопрос времени. Привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в «Мафию 2». Развязка уже близится. Мы спасли Джо в прошлой серии. Давайте сейчас выпьем бутылочку колы, чтобы пополнить здоровье, и ответим на входящий звонок. Да, алло. Вито, это Эдди. Слушай, приходи... Да я угадаю. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе с пушкой прямо сейчас? Как ни странно, нет. Карло ждет тебя в планетарии. Он сказал, в чем дело? Нет, лучше приезжай сейчас же. Не заставляй его ждать. До встречи, Вито. В планетарии, Карло? Какого черта? Давайте оденемся, не в трусах же к нему ехать. Так, кожаная куртка, школьная форма. Это вот все с дополнений, то, что я приобрел. Стильный ковбойский костюм со шляпой. Ага, рубашка с длинными рукавами и очки. Байкерская одежда. Гоночный костюм. Повседневная форма. Полевая форма. Рубашка и брюки. Кожаная куртка с рубашкой. Давайте по стариночке. Так, что у нас? Оружие здесь нельзя, окей. Мистер Скалета, садитесь, пожалуйста. Эй, старик, ты вернулся, да? Давай, лезь в машину. Ну? А вы... Это наш друг, мистер Чо. Так, и что за хрень творится, Лео? Что такое? Это из-за тебя. Ты капитально облажался. Войну, блин, устроил. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я об этом бизнесе забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь. Половина наших убиты, половина людей мистера Чо убиты. А теперь еще федералы дышат нам в затылок. Из-за тебя. Лео, слушай. Ты слушай. Если бы не я, с тобой бы уже давно разобрались. Так что выслушай, что я тебе скажу, и выслушай внимательно. То, что ты натворил в китайском квартале, это из-за того козла Генри, так? Ты знаешь, на кого он пахал, когда сдох? То есть, когда его на фарш пустили? Он работал на федералов. Он сучился. Поэтому парни мистера Чу так и поступили. И поэтому теперь федералы висят на Карло. Но я друзей не забываю, Вито. Ты спас меня, а я тебя. Я поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Ладно, я слушаю. Убери Карло. Сделай нам одолжение. А если я откажусь? Умрешь. Фрэнк и комиссия голосуют за твой труп. И мистер Чо. А ты еще и поручился за крысу. Думаешь, Карло это тебе спустит? Ты уже ходячий труп. Когда? Сейчас. Каждая минута промедления играет на федералов. Он окопался в своей обсерватории. Знает, чем пахнет. Карло Фальконе кто угодно, но только не дебил. Ладно. Остановите. Помни, мальчик, это твой последний шанс. Ну вот, ребят, все.
стало довольно серьезно. Так, смотрим, как у нас тут по оружию. Перезаряжаемся пока на ходу. Так, у нас есть еще такой. Такой стоит спокойно. Так, что тут из машин-то? Ничего нормального. Ладно, придется брать эту. А у нее там замок, по-моему. Да. Дьявол. Так. Поехали. Едем в обсерваторию. Это там, где, помните, мы закапывали в свое время трупешник. И... будем разбираться с Карло и его людьми, потому что я сомневаюсь, что он там один. Ну а Джо пока непонятно где. Залечивает былые раны. Такое чувство, как будто мы у Лео машину только что сперли. Выкинули его вместе с его ребятами и... несемся мстить. Ну, так скажем, у нас сейчас и вариантов особо нет, поэтому выбирать не приходится. Либо так. Преследую гонщика. Воу-воу, какой... Вас понял. Какой гонщик, дядя? Шустрый. Вот первый раз, по-моему, за скорость... решили меня подловить. Ну ничего, ладно. Мы еще погоняем. Надо, чтобы они куда-то влетели. Смотрите, какие, а? Резвые ребятки. А, там еще одни снизу, по-моему. О, отлично, они врезались. Нет. Черт. И притопить. Вот сейчас, давайте. Там две коповские тачки за нами. Сейчас надо проскочить. Отлично. Ну все, они уже нас... не догонят. Как я обещал, ребят, наверное, чуть-чуть попозже будет... О, тихо. Будут дополнения к мафии. Ну, я думаю, за Джота дополнение мы, скорее всего, точно пройдем. Интересно посмотреть, что же Джо делал до того, как... ну, в тот момент, когда нас посадили за решетку. Итак, где тут у вас вход? Тут, кстати, никаких журнальчиков не валяется. Знаете, обычно, когда миссия идет, то где-нибудь может завалиться. Привет, парни. Привет, Вито. Босс хочет тебя видеть. Круто. Я бы тоже его повидал. Только одно, Вито. Отдай мне ствол. Ну ладно. Держи. Хм. В стиле Брюса Уиллиса. Так, теперь аккуратненько. Наверняка все слышали выстрелы. Вижу, я вижу уже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Давайте-ка. Воу-воу-воу-воу, нифига вас там. Так, один здесь обходит. Нам бы ХП пополнить. Хорошо. Допрыгался. Дробовик такая нормальная тема.
Ну вот здесь, конечно, нам уже лучше бы взять что-то. Хедшот. С первой партии. Интересно, сколько их там? Я, честно, уже просто не помню. Так. Забираем всевозможные патроны. Теперь аккуратно давайте. Так. Ну, долго ты там в задницу свинцо сувать? Нормально, этих как капусточку положили. Как капусточку. Ну, кто следующий? Упал, отжался, хорошо, молодец. Еще есть желающие? Я даже пока перезаряжаться не буду. Бегут. Ха-ха. Реально. Ой-ой-ой, случайно. Случайно получилось. Не хотел я прям так их. Так, а это все? Нет. Еще кто-то остался. Решил спрятаться, да? Жучара. О, а тут, кстати, нету никаких журнальчиков. Тут-ту-ту. Вот здесь нужно быть сейчас аккуратным. Музыка! Бабах! Ай-яй-яй. Этого завалили. И этого тоже. Хорошо. Но посмотрите, где-то показывает еще цель. Ага. Ясно. Так. Охренеть! Ну как это? Ну что, ребят, мы снова тут. Была бы гранатка, конечно, было бы попроще. Придется выманивать его. Ой-ой-ой. Так. Сдох, нет? Нет. Отлично. Вот теперь нужно точно аккуратно действовать. О! Гранаты. Помню, я помню это. Охренеть, это было, конечно, рискованно, но получилось. Вот заметьте, тоже странно, да? Мы взорвали гранату практически рядом с собой, да? У нас отнялось ХП, а тот чувак нам как-то в живот насувал патронов. Причем, что очень быстро. Так. Готов. Тоже готов. Хорошо. Сейчас я уберу эту метку. Она мне глаза мозолит. Так, что у нас? Неплохо. Неплохо. Стрелять еще не разучился. Так, снизу вроде никого. Вот сюда, интересно. О! А вот и журнальчик, смотрите-ка. Все-таки не зря заглянул. Еще бы где-нибудь бутерброд какой-то валялся, пополнить ХП, а так... Все здорово. Продвигаемся дальше, входим в обсерваторию. И... Давайте смотреть. Так, аккуратненько. Их там снизу, смотрите, просто дофигища. Просто дофигища. Ой-ой-ой. Так, ладно. И еще два осталось. Один, вот этот вот, я видел за прилавком. Вон он сидит. Один патрон.
Последним патроном убили. Это было, конечно, эпично. Кому понравилось, Лойс. Так. Ой-ой. Так, вот здесь. Окей, окей. Так, ух, нифига, у него даже ружье вылетело, или дробовик, что у него там было. А вот как ты... Вот как он так попал? Как же ты так попадаешь? Ой-ой, опять чуть. Да, его нашпиговали свинцом и спрашивают, ты в порядке? Так, у нас граната есть. Ай-яй-яй-яй. Так, хорошо. Прям как в тире. Ну, еще один. Давай-давай. Свинья. Убери его скорее, лоды. Давай, 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 давай. Вперед, я прикрою. Отлично. И там какой-то жирный, по ходу дела, остался, да? Офигеть, ты чё там, в стальных портках, что ли? Жёсткий типок. Так, набираем оружие себе. Смотрите, какая прикольная штучка. Так, что у нас здесь? Телефончик. А, это эти скрипнули, я думал. Чё за фигня? Фух, с Богом! Смотрите, кто пришел. Вот кого они послали. Это оскорбление. Что они тебе сказали, Вита? Убери меня, и ты прощен? Ты правда думаешь, что они спустят все, что ты натворил? Хотя шестерки никогда не видят всей картины. Но твой приятель все понимает. А, Джо? Это что за хрень? Я могу спросить тебя о том же. Верность — странная штука, да, Вита? В этом деле друзей не бывает. Твой дружок Лео тебя этому не научил, пока ты у него сосал за решеткой. Ты просто шестерка, Вита. И всегда я ее был. Когда ты наконец поймешь? Джо, просто доверься мне. Думаешь, мне не класть на федералов и этих старых пердунов из комиссии? Они используют тебя, Вита. Как Клемент ты использовал. Как я тебя использовал. Как эта крыса Генри. Ты поручился за эту мразь. Привел его в мой дом. А теперь, тупой болван, ты за это заплатишь. Давай, Джо. Эй. Собираешься нажать на курок? Ну, давай. Чего ты ждешь? Вита. Давай убьем подонка. Помни, о чем мы говорили, Джо. Три. Ты забьешь раз. На это? Давай! Два. Ну! Ну что, ребятки, сейчас будет жарко. Так. Черт, кто-нибудь уберите этих психов! Ой, придурок, у тебя нет шансов. Всех не перестреляешь. Ну, не скажи, не скажи, чё всех не перестреляешь. Ты пока свихнулся, да? Все ложатся на ура. Да как вот они так с дробовика поливают? Давай уже, там всего так, тихонечко. Отлично, где-то еще один. Ага, ждем здесь же.
Ай, ты этот толстяк. Все, готов. Знаешь что, Карло? Последние 10 лет я только убивал, и все. Я убивал за свою страну. Убивал за свою семью. Убивал всех, кто переходил мне дорогу. Но это... это для меня. Пошел ты! Долбанный хрен. Очень так. Надеюсь, что вы знаете, что делаете. Не волнуйся, все на мази. Увидишь. Так, о чем он тут говорит? Он сделал мне предложение. Вот и все. Да, это ты... Еще один журнальчик. Я понял. Какое предложение? Он хочет, чтобы я тебя убрал. Сказал, что сделает меня капа. Даст свою команду. В общем, все, о чем я мог мечтать. Да? И почему ты этого не сделал? Помнишь, ты мне 5 баксов должен. Ну, ради 5 баксов это, конечно, другое дело. Вот они, 2 друга детства. Завалили просто толпы. Просто толпы. 2 парня с улицы, да? До каких вершин они смогли подняться. Это еще что? Порядок, Джо. Готово? Готово. Ну ладно. Тогда есть что отпраздновать. Поехали. Навестим девочек. Мне нравится. Пошли со мной, Вито. Нам нужно еще поговорить. Ладно, увидимся там. Ладно. Так что там за тайны? Эй, эй, это еще что такое? Куда они везут Джо? Прости. Джо в сделку не входил. Вот так вот, ребят, закончилась «Мафия 2». Я надеюсь, вам понравилось это прохождение не меньше моего. Ставьте побольше лайков в поддержку. Увидимся в «Мафии 3», может быть, в первой «Мафии» и, конечно, в дополнении за Джо в «Мафии 2». Всем спасибо, всем пока.